Здравствуйте, меня зовут Артемова Рима, я специалист физкультурно-оздоровительных технологий. И сегодня я вам покажу комплекс простых упражнений, который поможет вам вести активный здоровый образ жизни дома. Первое упражнение – руки на пояс. Разминаем шею вперед-назад, влево-вправо, повороты влево-вправо, наклоны влево-вправо, круговые вращения в одну сторону и в другую. Следующее упражнение. Круговые вращения плеч вперед-назад. Поочередно. Вперед-назад. Поднимаем плечи вверх, опускаем вниз. Наклоны влево-вправо с поворотами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Руки за голову. Скручивание. Колено тянется к локтю. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Наклоны с выносом колена в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки соединяем в локтях. Круговые вращения перед собой. Раз, два. В другую сторону. Три, четыре. Руки в стороны. Наклон вниз. Мельница. Раз, два, три, четыре. Руки за спину. Наклоны вперед-назад. По два раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наклоны к левой, к правой, в середину и внутрь. Встаем, выпрямляем плечи. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Встаем, выпрямляем плечи. Ноги прыжком вместе, руки на пояс. Наклоны к носкам, к пяткам. По два раза. Раз, два, три, четыре. Встаем, выпрямляем плечи. Ноги на ширине плеч. Круговые вращения тазом. Раз, два. В другую сторону. Три, четыре. Круговые вращения в тазобедренном суставе. Руки можно перед собой, либо на пояс, как вам удобно. Одна нога и вторая к себе. Вторая нога к себе. Круговые вращения в коленном суставе в одну и в другую сторону. То же самое делаем второй ногой. Маховые движения в стороны. Вторая нога. Хорошо. Выпады. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее задание. Делаем комплекс для ног. Ноги ставим на ширине плеч. Пятку вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги ставим шире плеч. Скручивание в центр. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левая нога впереди, правая сзади. Держим с вами планку на одно колено. Раз, два, три, четыре. Поменяли ноги местами. Колено не касается пола. Раз, два, три, четыре. Встряхнули ноги. Подошли к стене. Так, чтобы спина плотно упиралась в стенку. Делаем два шага вперед и держим присед. Это упражнение очень хорошо помогает развивать мышцы ног, спины, а также пресса. Держим кто сколько сможет по времени. Встаем и встряхиваем ноги. Следующее упражнение. Садимся в упор присев. Левую ногу ставим на пятку и двумя руками тянемся к носку. Раз, два. Три, четыре. Поменяли ноги местами. Раз, два, три, четыре. Садимся в упор присев. Правую ногу ставим в сторону. Левая рука фиксирует колено. Наклоняемся к носку. Раз, два, три, четыре. Делаем скручивание на носок, на пятку, на носок, на пятку. Перекатились. Вторая нога. Фиксируем локтем колено, тянемся. Раз, два, три, четыре. Скручиваем таз на носок.
на пятку, на носок, на пятку. И перекаты делаем. Раз, два, три, четыре. Руки на пояс. Следующее упражнение – приседания с наклоном. Одну ногу согнули, присели, руками коснулись пола. И раз, два, три, четыре. Все, на этом наша зарядка закончилась. Всем спасибо. В здоровом теле, здоровый дух. Занимайтесь и будьте здоровы.